Так, друзья, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Суббота, очередные выходные, и возникли очередные проблемы. Хотели везти на пилораму наши поваленные деревья, но оказалось, что на пилораму берут деревья только диаметром не больше, чем 60 сантиметров. Поэтому сделал вот такую козу с внутренним размером 59, и елка наша немножко нужно ее в диаметре уменьшить. Но елка ерунда, сложнее все будет с березами, конечно. Поэтому сейчас обрежу елку, а потом посмотрю, поеду, что там у нас с березами. Поехали. Все проходит, все хорошо, все подходит. Как говорит сосед Янис, мы приехали в тайгу. Сейчас замерю диаметр березки, подходит, не подходит. Может, попытаюсь, если не подходит, обрезать, но в чем я, конечно, сильно сомневаюсь. Но буду пробовать. Как в последний раз, как в последний день, как в последнюю ночь закрывается дверь, как последний глоток, как последний вздох, ты стоишь на краю и не чувствуешь ног. Не ты так страшно. Поверишь, буду пробовать. Будет твой день, поверь, ты победишь. Утром откроется дверь, ты победишь.
идешь до конца, ты победишь. Как последний сон, как немое кино, очень скучный сюжет, но тебе все равно. Как последний бросок, если хватит сил, только шаг вперед, ты опять победил. Ты победишь. Будет твой день, поверь, ты победишь. Утром откроется дверь, ты победишь. Если не дрогнет рука, ты победишь. Если пройдешь до конца, все удалось, все получилось, а я переживал, что не получится. Использовал две пилы. На моей пиле стоит цепь для продольного реза, ну, короткая шинка. У Леши стоит, на Лешиной пиле стоит цепь для поперечного реза. Я вначале резал своей пилой, сколько мог достать, а потом дорезал уже Лешиной пилой. Так что все, можно вести на пилораму смело. Отлично, отлично. Чтоб не гонять порожняка, решил забрать еще, сколько влезет дров. Не колотых.
как в последний раз, как в последний день, как в последнюю ночь закрывается дверь, как последний глоток, как последний вздох. Ты стоишь на краю и не чувствуешь ног. Ты победишь, будет твой день. Дорога работает хорошо, без проблем. Груженный уезжает. Утром откроется дверь. Ты победишь. Если не дрогнет рука, ты победишь. Друзья, с вами был канал «Хуторянин выходного дня». Всем пока, до новых встреч. Всем мира, добра, будьте здоровы.